Приемный покой многопрофильной больницы. Счастливые двойняшки привлекают внимание посетителей и медперсонала. Мужчина играется и подкидывает вверх одного из братьев, с другим возятся молодые студенты. Женщина неторопливо прогуливается по коридору с малышами. В этой истории прекрасно все, только вот эта женщина не мать, а сотрудник органов опеки. В отдел по опеке и попечительству администрации Ленинского района Махачкалы поступило обращение от жительницы района. Вот уже 20 дней прошло с момента, как мать привела к ней в дом своих детей присмотреть на несколько дней. И просто пропала. Привела детей, сперва сказала, я приду посмотрю, как вы живете. Ну, я подумала, пускай придет, говорю, посмотрит, как мы живем, договоримся. Она сразу привела детей, вещи принесла, какие есть. 5 минут поставила, мне говорит, на работе срочно надо, я завтра приду и ушла. Оставила, сказала, завтра приду с памперсами на несколько дней, оставьте у себя детей. Вот с тех пор ее нет. Она мне говорила, я буду приносить, я вам завтра и сладости принесу, и это принесу, то принесу. Ни разу. Ничего не было, и я ее глаза еще не видела. К сожалению, мать-кукушка так и не вышла на связь, и тем более не забрала детей даже после того, как с ней связались сотрудники полиции. Все, что она оставила детям, это маленький пакет с вещами. Исход в этой ситуации один. Сотрудники опеки, КДН и полиции выехали на место, чтобы забрать малышей. Дети оказались настолько контактные, что беспрепятственно шли к чужим людям, садились в машину и все время просились на руки. Ведь понятие «материнское тепло» им, вероятно, просто незнакомо. На данный момент братья доставлены в больницу для обследования, по завершении которого органы опеки определят малышей в дом малютки.